Ну вот такие показания. Так, сейчас я сделаю шумовым. Ну, сейчас мы попробуем убедиться, что он чуть прострелил один раз. Андрюх, близко поднес, подальше отнеси. Видишь, он пищит. Сейчас 11 метров. Ну все, держи там. Ловит, что ли? Подходи, подходи. 8, 7, 6, 5, 4. Ну, уже уверенно ловит. 3, 2 метра. Ну, давай отойдем назад и убедимся, где он перестанет ловить, пищать. 4. Отходи, отходи. Отходи. Все. Стой там. Все, молчок. Дай 5. Чуть назад давай. 5 метров. Все, пошел. 5 метров. Ну, через раз срабатывает. Давай еще. О. Все. Все, уверенный сработал. 4,5 метра? Да. Ну да. Вот 4. Ну, 4 уже все орет благим матом. Давай, относи назад, чтобы убедиться, что он прекратил. Вообще относи ее совсем. Давай-ка чуйку сделаем на 4. Баланс. Ну, показания в пределах 1 нанотесла, 33-32. Так, Андрюк, давай пескарь неси потихонечку. 5. Ну вот 5 начал срабатывать. Давай ближе. 4,5. 4. Ну все, 4 уже уверенно. Давай теперь назад относи. 4,5 метра. Еще назад. 5 метров. Ну все, 5 уже через раз срабатывает. 5 метров на фискарь.